Всем привет, друзья, с вами Вадим Дока Хаус. Мы играем в карту под названием Муштра. И я, естественно, буду играть за себя, за Вадима. Это, кстати, здесь я ферму какую-то нашел, она, я так понял, этот улучшает инкому больше дает, или что? Сейчас посмотрим. Это карта подписчика. Нет, что-то, кстати, больше не дает. Странно, больше золота не дает. Это карта подписчика, он ее сделал конкурсу, потом она долгое время совсем никак не менялась. А теперь вот новая версия. Я, ну здесь получается герои изначально были, это люди с канала. Блин. Оп. Я граблю своих же крипов. Что я могу за золото сделать? Не знаю. Что-то купить, возможно. Так, я не помню, если честно, своего героя, что он может делать. Так, Вадим кидает монетку в противника. Не то. Устанавливает ловушку. Прыгает. А где деньги-то? Где заработок? Так, я могу еще грабить собственных крипов союзных. Я его съедаю, что ли? Я съедаю крипа, и он дает мне золото. Найс, вообще. Как, что, у кого успехи? Я поставил скрытую ловушку. Так, у меня тоже ловушка. Я понял, где ты. Что-то раньше был этот... А, блин, не добил. Раньше был какой-то спелл еще на золото, а сейчас только это. Я помню, это та карта, где школьники бегают и воруют золото. Ну, в общем-то, школьников оставили. Надо добивать, я так понял, тогда дерево дается. Здесь еще прикольная такая система артефактов. Ну, такая как раз очень подходящая для ненапряженных карт. А, вы просто берете и покупаете... Каждый артефакт, их немного, но каждый с каждым комбится. То есть не надо какие-то рецепты, что-то еще. Там хочешь силу плюс там интеллект, покупаешь силу плюс интеллект, они еще вместе какой-нибудь эффект дают. Прикольно. Еще надо грейды делать. Кто-нибудь золото тратит вообще? Нет, я потратил. Нет. 3000. А я не знаю, даже на что тут все так дорогое. А где? А, блин, а тут все за дерево. А куда золото девать? В казарме главное, вот там, где в начале экран был. Главный там, казарме? Где можно так сделать. Там дерево тоже. Не-не, там вот тир внизу справа кнопка. А-а-а, окей, спасибо. Так, раньше у меня было как? Чем больше у меня золота, тем лучше. Ну, то есть, тем больше инком. Сейчас что-то эта фигня пропала. Так, я иду линии своей помогать, но тоже непонятно, насколько я помогаю, потому что я убиваю своих же юнитов на линии, так что не уверен, что это помощь. Так, ну-ка, блинк. Что-то блинк не сработал. Очень странно. Ну, ладно. Так, то есть сейчас моя цель накопить 2500 золота, получить какой-то опыт и сделать тир 3 юнитов. Но единственное, я тогда подфармливать буду. Подфармливать. Как, блин, это? Где крейды? Что-то шторм очень тихий стал, мне кажется, нет? Да, что за шторм, давай громче. А, сейчас прыгнул. Странно, почему в прошлый раз не прыгнул? Как в доте, прям добиваю, практически как прогеймер. О, можно сделать еще грейд на тир 3. Ну, быстро, конечно, это все делается. Слишком быстро, как по мне. Что ты делаешь? Да, блин, в бараке. Вот в самом начале у тебя сверху справа. Да. В виде креста. А там все за дерево. Внизу справа. А тир 2. Ё-моё. Тир 2 и тир 3. Но, правда, я так понял, ты же все равно должен юнитов за дерево там покупать. То есть то, что ты сделаешь этот грейд, не особо что-то дает. А как у вас с деревом? У всех 150? Да. У меня 145. Да. Здесь за добивание дается еще. Да. О! Я подкупил крипа. Чё? Берет у союзного юнита взятку, освобождает его от необходимости участвовать в игре. В качестве наемника. Я вербанул паука, 300 монет ему отдал. Алло. О, школьники. Себе. Вообще пипец, он мне не сказать, что нужен, если честно. Так, школьники бегают и воруют монетки. Найс, пацаны, берем. Непонятно, куда девать это золото, но значит, надо просто получше добивать крипцов. Вот, дерево, один дерево, пол дерева, что-то идет. У меня вот много золота благодаря пассивке, но опять-таки золото некуда девать. Что мне пушит? А, это песок тут.
А у меня герой что-то вообще непонятный. Я Женя. Футбольный болельщик есть какой-то, но у меня лимита на него нет. А, улучшение трактира это просто лимит дает, получается. Дает, дает. Че бухтить-то? Кстати, это, если кто-то вдруг из подписчиков, смотрящих видео, сейчас живет на Пхукете, гоу там что-нибудь потусим, поболтаем. А то жена уехала, скучно. Пишите куда-нибудь комменты. В личку группы, в личку ВК. В WhatsApp, если найдете. Хотя будет стрёмно, если просто случайный человек, по идее, не знающий мой номер, такой здорово. Так. Как хотите щупаться им по. А кто-нибудь футбольного болельщика нанимал? Нет. У нас такого нет, по-моему. Ну, по крайней мере, я не видел. Ты. Ну чё, орёл и решка, либо... Ой. Она сюда летит, получается. Она либо наносит урон, либо не наносит урон. Так, ну я этот уверенно золото получаю. Скоро смогу еще крипа купить. А, ну есть же еще грейды за дерево. А, ты захватил моего героя? Но... Не захватил, а он время. Агрессивный ко всем. Да, да. Не знаю, то ли реально пытаться сейчас айтемы какие-нибудь купить. Но я, наверное, этот футбольного болельщика уже куплю. Я не знаю. Что за ним пощупается? Может, ты как-то, ну, перестанешь читерить? Нет. Мне нравится. Нравится читерить? А почему у гулей 4 человека идет? 4 гули, а у меня всего лишь один бедный грант. Грант. Ты розовый фламинго? Ну, этих нежити всегда больше. Здесь будет жарко. Так, о, 10 левел. Озолочение. Вадим превращает противника в золото. Оп. Он мне уже башню снес. Песок, имей совесть. Я не понимаю, я только к тебе могу ставить щупальца. Хорошо, а это как доп-юниты, ясно. Как доп-юниты в Сурве. Блин. Так, я футбольного болельщика нанял. Что бы он ни делал. И чё? Офигеть, они реально имбалансные какие-то. Так, ребята, я потратил на этого футбольного болельщика 5000. Ну, поздравляю. Это вот в дополнительном здании твоем, да? Да, да, да. И кто-нибудь ощутил нам надо мощь его... моего не футбольного знаю. Болельщика, нет? Может, там прочитать нужно было? Ну, что написано? Тяжелый воин ближнего боя владеет тем-то и тем-то. А, так он даже и не купился, что ли? Ладно, на меня Мурлок напал. На меня песок напал. А куда как тут тратить, кто-то понял? А мне пофиг, я под башню иду, Вадим. Я Живи! Заберу с тобой в могилу. Живи! Ладно, не заберу. Эх, помер зря. А, ты сдох? Найс. Ну ты помер. А чё, блин, я 5000 потратил на футбольного болельщика, а он оказался... Вадим, без... его надо вывести, его надо куда-то, вправо или влево. А где его вывести, где он? Ну, он же должен был возле этих заспауниться, как его? Ну, как это называть? Где ты грейды делаешь? А, во, я вижу. А, время жизни очень ограниченное. Найс, Вадим. Пипец, и чё? А куда, он пошёл куда-нибудь? А он пошел. Он автоматически идет на линию какую-то. А, но он скоро сдохнет, поэтому все плохо. Да, фигня полная. А щупальца бешеные, вообще жесть какая-то. О, странствующий торговец какой-то. Опа. Пипец несчастно, а как мне то кладбище контролировать? Я говорю, у меня герой не ходит по карте. Он у тебя просто имбаланс, да, как этот. У тебя просто имбаланс. Понятно. Так, ну я пойду школьников сейчас на центре. Нифига себе, я вызвал крошера. Что это за фигня вообще? Что ты щупальца делаешь? Я его отправил случайно к Вадиму. Ах ты гад какой! Я случайно, я не понял, как оно там работает. Ты мне тоже башню сносишь, алло, Вадим. Где? А, нифига себе! А я, интересно, подкупить его могу за 300 голды?
Я буду надеяться, что нет, потому что он 5000 стоит. Когда, блин, а мой болельщик пока все это... Было бы, что типа, ну, протупил, и его куда-нибудь уже отправляют. Он уже наполовину сдох, ну, Настя, конечно. А, блин, получается, огромный меч не стакается друг друга, так все, он сдох. Я вообще не понимаю, зачем голда нужна. Ты подкупил его? Нет. Ох, я желтый стал просто. Не, ну тут другой спелл, короче, можно продать, а сильный юнит из-за этого ослабляется. И за что? Пять, я к Вадиму отправил. Зашибись, живем. Так, я ничего не сделал тебе, в смысле? Башня ранена. Моя убита. А, да? О, это хорошо. Почти. Блин. А чё земля трясется, алло? Я трясу землю. Вырубай. А, по-моему, вырубил. Не-не. Я думал, кританула. Он напра... Я стал магазином. Что, я тоже? Что? Весь мир магазин. Что за герой такой странный? Автор карты наркоман, конечно, вообще. Зато теперь я могу щупальца везде ставить. Счастье. Вонючий момент. Ставь Вадиму, пожалуйста. Да чё, Вадиму, чё всё? А у тебя конь уже появился, нифига. Ну, блин, я копил всю игру. Блин, а тебя 500... Иди, нафига голда, пожалуйста, я не понимаю. Ну, айтемы покупать. А, ну тебе, не, тебе не нафига. Я понял. У меня 10 тысяч голды, просто некуда девать. Ну, тир апай себе. Ой. Максимальный тир. Ого. Да тир уже давно. Да какого тира? У меня вот 320 дерева, я не знаю, ну типа отправлю я гранта кому-нибудь дополнительно, ну или всем даже. Это всем, всем. Ну, а толку? Дать им больше фарма. Да, в основном-то и дело. Поэтому как-то... Что-то как... корабль мой какой-то нет, не сильный. Да ты слабый просто. Да не, какие-то щупальца просто бешеные. Да, Тоха Вандер какой-то не сильный. Какой-то у меня мультишот появился или что? А я каким-то другим стал, вот после того, как я стал на секунду магазином, моя жизнь изменилась. Что-то не так. У меня этот выделялка очень большая. Это не так. А, смотрите, короче, огромный меч дает мультишот, если что. Не только сплэш, но и мультишот тоже. Огромный меч. Ну, два когтя просто. Так, а я кто? Я типа умный. Ребят, мало того, что он этот такую дичь спаунит, он еще может героев захватывать, контролить. Так. Некуда класть. Так, ну чё, я этот готов. Чьи щупальца? Меня башню пушат, нежить чертовая. Ладно, пойду куда-нибудь. Щупалец, пипец, дофига, вы чё? А когда я 500 дерева накоплю? Вообще, когда-нибудь сегодня накоплю? Я могу сделать грейд, но на одного дешевого гранта делать грейд как-то вообще, ну, типа, не супер интересно. Слушай, вместо башни можно построить рынок. Давай это сделаем. Пипец, чё происходит тут? Они ещё неуязвимы к магии, блин, эти щупальца. Я пипец. Стал врагом? Это песок делает, да? Ты враг. Я майн-контроль сделал. Я враг сам себе. Да. Ты обезумел. Да. О, зато дерево прибавилось. Ну все. Блин, так на мид этот испорчен песком. Получается. Все. Так, ну деньги нужны на самом деле. Ну типа там какие-нибудь айтемы. Что-нибудь еще. О, 16 левел, найс. Школьники третьего левела. Да, блин, опять все трясется. Я сейчас опять стану магазином, что ли? Ну. Да, получается, скорее всего. Ага, опять зависло. Ой, я завис. Я тебе фигурирую. Я стал магом каким-то. Почему? Я не понимаю. Ну, потому что, типа, безумие. Потому что безумие. Бог безумия он. У меня хиро таланты не прокачивал я, блин. А кто-нибудь читал, как этот вампиризм себе... Чё для лайстила? Или тут нет вампиризма?
А, вот, 2 плюс 2 армора. Коготь плюс армор. Надо купить, будет лайфстил. Да сколько ты этих щупальц можешь заспаунить? Надоел. Я вообще ничего не могу сделать. Анду Фаладор. Ну я не знаю, вот сейчас я Турена типа вызову и чё. Так. Нужно, получается, сгонять по-быренькому купить себе вампиризм. Очень странная карта, конечно. Ты просто... Я знаю, мне нравится. Берешь, превращаешься в магазин такой, здрасте. Не, ну карта, это, просто человек сделал ее, а я тогда не мог на рефорджиде играть, а она чисто под рефорджид была в этом. А, ну мид испорчен, получается, на мид нет смысла уйти. Так, лента телека. Плохо, что у меня герой интовик, конечно. То есть, ну, мне, чтобы получать атаку, надо качать интеллект, а интеллект... Ну, тут маны и так хватает на изи. На изи. Ну что, на хард? О, вампиризм. А, ну мультишот пропал. Не-не-не, нормально, нормально, как в варике должно быть. То есть, основной снаряд вампиризм, а побочный мультишот. О, 500 дерева. Ну все, сейчас, типа, я буду подфиживать вас туреном каждый раз. Но дерево, чтобы зарабатывать, надо героем убивать, и тем самым получается, что ну, вызвав Таурена, я буду хуже убивать. Короче, вот так. Короче. Да. Вадим 17-го левела. А ты какого? Я тоже. 17-го. А, ты... И я 17-го. Вау. Да я просто, ну, что сказал. Все, мне надоело, наверх ходить не хочу. Да, а чё, я монетку даже не поленился, добил, а в итоге, блин, ты не взорвался. Кто бы ты ни был. Я кекс. На, попей. Да сдохни ты уже, башня. Сейчас ты... А? Иди сюда! Чё монетка-то? Я понял. Ты под монеткой? А, ты задамажился. О, 50 дерева дали, найс. И чё, я могу на руине получать... Понял. О, я могу на руине построить источник здоровья. Найс. I like it. Ой, а можно не... Я не то чуть-чуть сделал. Так, дерись, алё. Спасибо, кстати, мои юниты будут сильнее. Почему? Ну, потому что... Да, я, конечно, снайпер. Это чё? Не телепортируйся меня за спину, мне это не нравится. За спину. Ты чё, ты меня убиваешь? Ах ты гад какой! Мой фонтан... А фонтан, оказывается, блин, надо автокаст врубить. Косяк, косяк. Меня тут справа сносит, а я даже и не видел. Земля опять трясется, да вы задолбали. Вырубай. Согласен. Веселая карта. Чё происходит? Я с щупальцем! Песок. Кто-то стал заводом, а я рожусь кем? Ты родишься уже в конце. Пипец, меня Шадушторм тихую пушит. Шадушторм, откуда у тебя столько дерева, я не понимаю. Я не знаю. Я сделал какой-то грейд, что типа, когда убиваю, получаю дерево. Нифига, где это? Я тоже. Это талант выбрать можно в обелиске было. А, я вообще ничего не убирал, понятно, почему такая тема. Обелиск жнеца. Я думал, ты знаешь о нем. Обелиск жнеца. Я просто первый раз играю. Вот, оказывается, откуда тема. Блин, тут фонтан построили уже, гады. Ну, вот так возьму. О, а этот подороже продается, найс. Руины. Останутся лишь руины. Что-то там этот... Кричал. Он очень тихо кричит как-то. Да-да-да. А он не сдох! Меня сейчас школьники добьют. Школьники! Не добили? Не добили, не добили. Не добили. Школьники, школьники. Не добей так. Нифига, за мурлоков ничего не дается, невыгодно вообще. Можно юнитов продавать, кстати, за полную стоимость. Нифига. Написано.
Офигеть, убил одного бесплатного мурлока, еще 5, без, 5 бесплатных заспавнилось. Ну, теперь там пушат, ушел отсюда, там пушат, задолбали. А вот они где. Я нубас. Все бабло потратил не на предметы. Пришел жирный чел. Блин, священная роща склонена. Чего, склонена? Башня из хлама у меня есть. Ну, что-то реально хлам какой-то. Короче, психанул. Сделал тебе магическую. Убер башню я строю песку. Да пипец, отпустите. Она, получается, подвозит всех. Что-то какой-то Вадим слабый. Что происходит? Меня башня убила. Блин, ну этот жирный идет, а у меня кончились ресы. Взятка. Дим, у меня, блин, есть взятку пинок. Дать, интересно, сколько стоит взятка ему? Да не, ладно, не буду, а то сейчас этот миллион вообще будет. О, найс, за него дали, кстати. В игре я вообще не понимаю, как это щупальца побеждать. Ну, щупальца пока на меня не идут, я вообще об этом даже не думаю. Я опять безумие! Убер-башню построил. Я только в безумии и могу. Кастовать спелы свои. Я стал вурдловаком. Кем я стал? Я стал башней, а противники зику. Блин, ну реально я такого безумия еще ни в одной карте не видел. Ну есть хорошее безумие. Футбольный болельщик вообще слабый. А на него грейды распространяются? Блин, безумие, нет. Не бей. Кун побьет свой корабль. Нет! Кун, а их воскрешаться? Не знаю. Наверное, автоматически, нет? А, мобилизацию я не юзаю, я понял. А, еще. А, вы прям уже на базе там? Не-не. Да он наоборот меня пушил. Это баланс. Так, ну-ка, а школьники могут башню бить, интересно? Из башни золото таскать? Не могут. Отстой. Блин, эти мурлоки постоянно бешеные бегают. А, ну этот спел. Так, ну-ка, школьники. Какие твои щупальца просто... Просто жесть. Тебе так близко надо подойти, пипец. Уходим. Что за шторм опять под башней отдался? Сон какой-то постоянный. Так, ну, у меня два слота появилось. Ой-ой-ой, ты тут появился, да? Я изнул немоту, у меня обилка немота. Не дает врагам применять способность. Меня телепортировало в эту точку героя. У меня перс смерти появился. А тут ботинки есть? Я тоже. Не знаю, Вадим. Да, есть. Хорошо купил. Прошло, но не помогло. Да. Так. Блин, надо героя, получается, прокачивать. Хочешь, не хочешь. Тащить героя. Ну да, согласен. Я, блин, получается, я на башню вложился, а толку? Так, надо пушить песка, пока он это, в кулдауне. Да все, я уже резнулся. Да. Я резался подольше. А, это реально резнулся? Думаешь, он врет? Песок всегда честный. Нет. А, нифига, я спрашиваю до шторма, ботинки есть здесь? Он такой, не знаю. Я тебе сказал, есть. Я сказал, кстати, тоже потом, что нашел, и сказал, есть. Вадим, внимательность. Да. Или я не сказал. Ладно, я уже не уверен. Да откуда у вас деньги на убер-башню? Ну так я сильный, Как ее пушить-то? Чешись какая-то.
Не пушить? Не надо ее пушить. Зачем ее пушить? Надо. В смысле не надо? Можно их покачать. А, все, 20 левел последний? Да. Тут сборка есть, кстати. Да пипец, опять этот мурлок огромный. Соболь клинок Димы я купил. А что, не работает перс смерти? А щупальца нет есть. Блин, я не передамаживаю этого мурлока гадского. Ой, блин, я уже отпрыгнул. Офигеть, твои щупальца огромные в рефорджете. Они только что увеличились. У вас там вообще какая-то своя история. Щупальца, что-то еще. Чуть продажа вообще как-то особо невыгодная, если честно. Нет, 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 нет. Отдумайся. Что у вас там происходит? Ого, щупальца какие-то бешеные. Так, надо защиту качнуть. А что еще? Какие спылы есть? О, регенерация. А, опять земля трясется, пипец. Готовься стать магазином. Я пока человек. А, ну сейчас зависнет, и я стану. Я атакую свои башни. Я Таурен. Я тоже Таурен. Я тоже Таурен. Вырубай, алло. А игнор коллюзион, это значит, могу улетать? Сквозь юнит обходить. А, сквозь юнит. А, айтемы тоже за 100% продаются, так что. Угу. А, вот, есть же какие-то дорогущие айтемы. Не сильно. Особый клинок Димы. Кольцо паука. А, кстати, фолиант знаний выгодно покупать, если что. Фолиант знаний? Ну да. Да нет, чего. Нифига тут мурлоков. Пипец. Я не знаю, как песка победить. Он говорит, баланс. Так не надо его побеждать. Хорошо, буду побеждать Вадим. У меня? Shadow Storm. Война. И на жизнь, и на смерть. Да. По сути, мне, походу, особо Тауренов нет смысла как-то мега мастить, что ли. Потому что гранты не сильно слабее, но при этом у них клевые грейды. А из-за безумия... Ну, у Тауренов наверняка сплэш есть, нет? Ну да, возможно. Песок! Пощади, пожалуйста, что это такое? Это щупальца. Большие щупальца. Огроменные, я бы сказал. А чё, я не выиграю так? Ну, у меня толпа, Вадим. А сколько твой таурен стоит? Ай, не успел! Блин, я прожал, но не успел. Блин, этот слишком жирный. Таурен 500 стоит? Так, ну на таурена есть 20% на 40 дэмэджа, ну неплохо, кстати. Так, атак спид и мувинг спид аура на райдеров. Но у меня райдера ни одного нету. Блин, так можно и слить. А как там эту... А, в нужном бараке, типа, юзаешь мобилизацию. А, и они просто идут. Блин, а тут безумие еще. Ну это пауза, как бы. Можно отойти там. Все юниты на карте меняются, получается, да? Да, это чисто моделька на пару секунд, поэтому... Не, они же становятся врагами ко всем тоже. А, да? Да. Клево. Я не знал. Пипец какой-то вообще. Да не знаю, поганище или просто вирм. Ну идите нафиг, вы меня с двух сторон пушите. Чё за имба? Я их просто обоих от себя согнал. Я не вижу смысла. Ого, меня что-то протамашили даже сильно. Я сильный? Это было до твоего прихода ещё. Не, это я тебя придумал.
Блин, ну, вроде щупалец, я не знаю. А как хилять? Тут... Блин, башню можно хилять? Нет. Ты как-то хильнул сейчас просто. Она просто построилась. Песок, блин. Блин, пец вообще. Песок, ломай их, а то что-то вообще как-то... Как я ломаю кексу базу уже. А, нифига. Я уже у него барак ломаю. Ну, он просто до тебя дойдет, Вадим, поэтому ты как бы не радовался. Да, не радоваться. Да эти щупальца, пипец, к ним вообще лучше не приближаться. А, ну так может как-то против него объединимся или что, или просто... Так я ж, ну, на это и намекал только что. А как ты намекал, ты мне базу ломаешь? Это не то, не то объединение. Намекал словами. А, так надо действиями. Да, конечно, тут еще, да. Пас ломаю, слышишь? Что-то панда Привет. Вообще слабая какая-то. Я сейчас башню поцелую. Не, если бы твои щупальца, конечно, превращались бы в юнитов, которые тебя атакуют. А, не превращаются. А, все стало, я башня! Что происходит? Еще миллион! Крафт вылетел. Да? Ну, анимай. А, я сдох. Почти вылетел. У меня уже была эта иконка, типа, закрыт программу Крафт или нет? Блин, писец, я к этим щупальцам не привык. Блин, я, то есть, дерусь двумя... И мне такие, а давайте тебе щупальца еще родим. И сделаем тебя домом. Все, я побежал, я сломал убербашню, я могу уходить. Красавчик. Ну я сейчас тоже сломаю убербашню, надеюсь. Так, посох ускоренной телепортации. Какие вообще есть клевые Все, меня снесли. Это бред. Бред? Хлеб? Это бред. О, шанс пульверайза. Ну, наверное, на милишника это не особо. Кто тебя снес, не расскажешь? Блин, надо туренов как-то строить, непонятно. То ли делать грейды на этих, на грантов, то ли все-таки пульверайзить туренов. Но это надо столько дерева, пипец вообще. Меня просто закопали этими щупальцами, я не понимаю. Ого, это что такое? Это большое щупальце. Ну а ты думал? Я расту. А ты не офигел там расти, блин? Ну, он еще и захватил. Я умер, короче. Умер, это хорошо. Так, что, Д? Надо Д юзать. Хоткей. Блин, пару месяцев не поиграл в Warcraft, уже как-то хоткей не юзается, уже как-то понятнее через У меня 20-й левел максимальный. А этот чел после 20-го растет еще. Не-не-не, я должен 20-й максимальный. Я с тебя книжки на 100-й просто покупаю. Что? Какое же ты противное говно. Что ты ругаешь-то, бедного? Знаешь, я пришел, почти сломал башню, он просто поставил штук 40 этих. Ну ладно, не 40, но 20 где-то. Не, я пару штучек. Уничтожил меня. Я одно в 2 секунды ставлю. Что это такое вообще? Танк тут появился, пипец. Так, школьники бегают. Вот если бы ты сейчас видел базу кекса. Я он скинул. Ты бы не возмущался. Дискорд. Это просто жесть. А щупальцев же, наверное, не лайфстилишься, у них же особый тип. Они идолы, да. Да это вообще какой-то хентай тут полный. Что это такое? Бес. Можно будет видос ставить. Блин, танк пипец жирный. А танк за сколько? Сколько стоит танк? Да 800 он. А, стоит. Блин, надо было, видимо, мне докопить чуть. А, о, так я же сам вижу, ёшкин кот. Вы проиграли. Надеюсь, этот щупальца там останутся и все. Да? Ну, к тебе, ну, те останутся, а новые придут к тебе. Надо Magic Defense, получается, покупать. Какая-то. А зачем Magic Defense? Против щупалец. А вот тут какие-то... Так у них обычный урон. У них обычный урон, да. А вот эти вот волны. Это обычный урон? Ну это против юнитов, в основном. Ага. Герой на пол хп отлетает, блин. Не. Там просто каждая щупальца посылает волну, когда я юзаю один спелл. Ну как бы там мало урона с каждой волны.
Нифига себе. Ну там горелка в основном наносит урон, то есть сам спел так что. Ого, можно кем зачистить и будет знамя победы на нем. Это что, похоже что-то на ходс какой-то. Что щупальцами башни ломает, ему вообще пофиг. Ледяная сокровищница он сломает, что ты, Вадим. Ну да, сейчас я юнитов убиваю. О, 200 дерева, я могу пульверайз хотя бы качнуть, уже что-то. А, пульверайз сколько уже... стоит? Ну это точно у баланс. У меня 3000 дерева, я уже забил на это всякое дерево, там и золото. Откуда у тебя 3000 дерева? У меня есть. Кто-то получше. 3000 дерева, у меня столько за всю игру не было, но это щупальца, походу. Ну, потому что я убиваю героем, каждое убийство щупалец. За убийство просто, героем дает дерево. Просто бред. Угу. То есть, получается, я лагерь захватил, и в мой спаун пошел этот лагерь. Так, ну-ка, попробуем. Какая-то штука есть. А что за ледяная сокровищница? Ее просто убить надо или что? Ну, разбей, попробуй, да. Не бьется. Он просто бодиблочит меня своими щупальцами, я даже выйти не могу. Ну тебе отменили телепорт. Вадим голема закинул, классно. А-а-а, я завис. Это нормально. Это нормально, все хорошо. Я Турен. Выйдите, пожалуйста, из игры. Надоело. Жесть, а чё? А я големов заслал, чё произошло? Они сильные? Они везде, они развалились вообще. Со временем. А вон у тебя на базе стоят тролли всякие, ты их не можешь посылать? Где? А, ёпрест, вот точно, они временно, типа, да? А стоят огры, а они, походу, это... А вот голем еще. Дичь какая-то происходит, короче. И хватит меня жестко бить-то. То есть, получается, их все-таки надо направить, куда ты хочешь, чтобы они пошли. А, големы часто падают. Вот, чтобы вы понимали, у меня мурлок, и вся его идея в том, что я призываю мурлоков. А этот призывает щупалец первое в 10 раз больше и в 10 раз сильнее. Что за фигня вообще? Да блин, задолбали эти станы! 10 любимое его число. Блин, надо было голем подвести, что-то я не подумал. Да я думал этот, я самый сильный тут лайфстилюсь. Да-да, Вадим, удачи тебе. А големы навсегда, надеюсь? Не, разваливаются. Не, в смысле, новые я вижу... не всегда будут падать, да? К Шторму придвигается буря. Да, в смысле? Потому что до Шторма уже все. Да, я сейчас... Ну-ка, оно только на краю база, еще... Сейчас... О, у меня щупальца подросли. Да ты жди... Да куда? 80 урона у каждого. 80. У меня у мурлоков призываемых, моя обилка основная. У Тауренов, блин, меньше. В среднем 10 урона у моих мурлоков призываемых. Ты слышишь меня вообще? Ты? Да. У меня 10, тебя 8. Тебя плохо слышно, но слышно. Почему нормально вроде его слышно? Не, ну это дичь какая-то, конечно. Жесть, просто... это как с этим вообще бороться-то? У меня герой на призывах, и я слабее, чем этот раз 8. У меня тоже герой на призывах, причем еще более на призывах. 82 урона, 700 хп, 7 брони. А теперь ну, давай мы. Я себе уже книжек накупил. 420 хп? Сколько у тебя статов у героя? Сколько у тебя статов у героя? У меня 150. Я купил сотку книжек уже. Как статы влияют на щупальца? Они растут. Они растут. Мои щупальца растут от статов. Почему у меня от статов мурлоки не растут? Ну у меня герой не двигается. Здесь, по-моему, все спылы качаются, нет? Не. У меня, по крайней мере, все стакаются. Если ты хочешь спорить, что ты имба, ты не прав. Нет, я имба, я согласен. Ты абсолютно имба. Тебя вообще никак не побить мне. Ну, как бы, мои самоны должны быть сильнее твоих, но как бы... Ну, не настолько. Да. Щупалец, конечно, эти. 8 раз, блин, силы. А, чё я? Чё я? Я стал хаотичным. Я обезумел. Я даже не могу... А, я еще и за сайленсер при этом. Я тоже обезумел. Еще новые прорастают! Врубай! Да. Он их бесконечно может спавнить, Вадим. Я завис. Че, безумие? Да, это... Он опять безумие.
Пипец, атака дедосом. Не, ну прикольно, что юнити становятся башнями, но с балансом есть некоторые проблемы. Ну, прикольно, что ты играешь в Warcraft 20 лет, запускаешь новую карту, и чувак замутил такого, то, чего никогда не было вообще в Warcraft, реально. Мало того, вот монетки здесь, которые воруют школьники, он перерисовал эту монетку, на ней нарисован корги. О, корги? Не лень ему было это делать. Вот, хотел он так. Что, спустя 500 лет у меня появился Вирм. Класс. Ой-ой. А у меня очень мало дерева, я не понимаю, почему, что я не так делаю. Не а, убивать, я не... таланты героя вообще не качал. Мать, будем серьезно? Я качал только в обелиске, а в рабочем бесплатном не качал. Понятно. И это урон. Так, ладно, начинаем игру. Женя в этой карте слабый. Блин, тут такая тема была на золото. Блин, я Таурен. А Вадим все еще Таурен. Да, а я походу теперь навсегда Таурен, да? Да. Прикольно. Может до следующего раза, до следующего изменения. А, ну да, кстати. Жесть какая, просто еще будет. Так, дальше. Да, блин, же еще золото стоит. Так, и последний талант. Не, ну а что, это же получается, да, это темы, то есть на них никакие ауешки, ничего, вот это все не действует. Вообще ничего не действует. Ну, то есть, вот это, на самом деле, одна из главных проблем, как по мне. Да, так бы и одной гранатой тебя, в принципе, сносил. Ну, я думал. Пак вот этот. А ты сёжишь, а то шторма снес? Почти. А, я на него забил. Ладно, не добил мне, да. Почему? Я ему барак со своей стороны снес, и все. А тут мне Shadow Storm пушит, я даже вообще уже забил. А тут Shadow Storm. А я даже не специально. Вадим, что всегда теперь Таурен. Это мило. Ой, я только подумал, что я отбился, и тут щупальца появились. Да, кажется, я вообще. Убегаю в лес. Смешно, у меня анимация ударов по земле, но я при этом рейндж. Блин, так тупо, что я не могу просто прожимать этот невидимость. Руна невидимости. Я выжил. Не, явно тут можно как-то прям интересно играть, что-то там делать и так далее. Явно косяк, конечно, у меня с тем, что я там таланты не качнул, но это мало бы что поменяло, на самом деле. Очень плохо все с деревом. У меня. Ну, карта прикольная, карта реально безумная. Вот это огонь. Вадим. Чего? Объект у меня есть дирижабль, да? Я его один раз апнул. И теперь сейчас игра вылетит, потому что у меня здесь бесконечно мурлоки спавнятся и умирают, боюсь. Ну, они, мне кажется, мы уже показали в этой игре, что только возможно. Уже. Я удивлен, что игра еще не вылетела. О, сейчас вылетит! Я нажал отбилку, сейчас все мурлоки. Ты сейчас каждый мурлок? Да, я вижу, сколько их. Это жесть. Просто стресс-тест для рефорджа. У меня все еще не отлагало. Да, да. Это уже. Ну тут явно заметно мурлоков. Смотри, я просто пытался убежать, ты поставил щупальца и начали спауниться мурлоки. Что за жесть? Не, все, походу я умер. Да, у меня походу тоже зависло. Ну я думаю, это отличное закончение. Не, у меня прогрузилось. О, у меня нет. Один FPS уже. У меня нет, у меня завис варик. О, что-то да. О, я некромант. Я башня. Я вылетел. О, господи, сколько тут мурлоков? Почему? Да, сколько тут магазинов? Кузница бегает. Просто кузница бегает. Нью-Йорк. Алло, какой-то. Вырубай. Все, а ты что, вылетел? Ну, у меня лагает пипец вообще. Да, да, пипец лагает, да. Ну, сейчас наверное... закончится, надеюсь. Да не, ну. Так а что уже мы тут что еще делать-то? Щупальца не убивают. Я еще хочу увеличить щупальца. Не надо ничего увеличивать. Они...
Не, проблема в том, что все мои спеллы, они прикольные, я, конечно, их использовал не на полную и так далее, но тотемам на все наплевать. В этом реально большая проблема, что тотемы, их магии никак не снесешь. И поэтому, ну, это вот не учел автор. А так, конечно, он сделал вообще безумную дичь, вот так разочек поиграть. Я надеюсь, когда-нибудь он посмотрит это видео, что-нибудь изменит, и будет прям прикольно. Я представляю, как люди некоторые... будут пылать из-за того, что таланты до конца игры не вкачал. Я понимаю, что это стратегически важная тема в их жизни, мне но кажется, тем не менее. Мне кажется, это вообще как бы щупальца. Во-первых, это бы адски поменяло бы исход игры, в скобочках нет. Да. А во-вторых, чё, какая разница, блин, это же реально, блин, Warcraft. Чё, кому? Ладно, всем пока.